повысился уровень соревнований, повысились результаты. А насчет 2017 года, можно сказать, что первое соревнование у нас будет чемпионат России, он пройдет в марте в городе Москва. Сущак Владимир Пантелеевич, президент Федерации тяжелой атлетики России в старших возрастных группах. Мы сейчас знакомимся на соревнованиях в Московской области по тяжелой атлетике. Можно ли узнать итоги? Уже прошел месяц с Кубка России в Бугульме. Можно ли узнать итоги проходящих соревнований? И есть известные даты в будущем году чемпионата России? Добрый день, добрый вечер, добрый время суток, уважаемые любители тяжелой атлетики, особенно старших возрастных группах. Да, сейчас подходит к концу уходящий 2016 год. Много событий в нем произошло, но для россиян, в первую очередь, интересные это национальные соревнования. Прошел у нас Кубок России в городе Бугульма. По сравнению с прошлым годом, где было 147 участников, количество участников прибавилось до 174 спортсменов. Повысился уровень соревнований, повысились результаты. Кубок запомнился множество количества рекордов. Призами от спонсоров, которые были дополнительно добавлены. Вот, красивыми медалями и качественным проведением соревнований. Хочу поблагодарить организаторов. Это Капитон Николая Васильевича, Сахарова Александра вот, и Ручева Алексея, которые внесли большой вклад, чтобы регламент соблюдался, чтобы все потоки шли кровью, чтобы своевременно ходили протоколы. Всем спасибо огромное. А насчет 2017 года, можно сказать, что первое соревнование у нас будет чемпионат России. Он пройдет в марте в городе Москва. Пройдет он с 16 по 19 марта. Ждем всех желающих по предварительным опросам. Это будет чемпионат с рекордным количеством участников. Всех призываю принять в нем участие, чтобы поддержать российскую тяжелую атлетику в старших возрастных группах, проявить себя, посмотреть на других и быть крепким и счастливым. Всем с наступающим Нового года!